портале joker.yakt.ru нас спросили о том, когда же все-таки откроют дорогу по улице Федора Попова. Сегодня в нашем сюжете мы постарались ответить на этот вопрос. Задавайте свои вопросы и вы, и мы постараемся найти на них ответы. Дело в том, что Федора Попова ремонтируется в два этапа. От улицы Дзержинского до улицы Губина осуществляется ремонт магистрали, а от улицы Губина до улицы Богдана Чижика осуществляется реконструкция. То есть увеличение дорожного полотна, строительство пешеходных переходов, строительство бордюров, водоотводных лотков и так далее. Общая стоимость работ составляет 44 миллиона, это на ремонт, и на реконструкцию 329 миллионов рублей. По условиям муниципального контракта фирма «Дорис» должна окончить данные работы до 30 октября. Из-за ремонта дороги по улице Федора Попова стоит Дзержинского, Кальвица и Богатырева. На сегодняшний день открытие этой дороги – одно из самых ожидаемых событий для водителей транспортных средств. В других городах ремонт дорог обычно производится в ночное время и абсолютно не мешает движению автотранспорта. Как нам сообщил Денис Васильев, в Якутске такой практики нет. В таких случаях обычно идет увеличение зарплаты дорожникам в размере 20%. Якутяне же, по его словам, не готовы идти на такой шаг.